Юлька, фу, слава богу, ну ты где ходишь-то? Тебя там на сцене 12 мужиков ждет. 12? Слушай, давай ты на баре постоишь, а я на сцену, хорошо? Да они ей подснежники нашли. Пошли. Пойдем. 12 мужиков. Это же целый год по одному новому мужику в месяц. Где подснежники достать? Знаем мы это. Есть у нас пара букетов. Ух ты, как-то все просто. Мне бы елочку еще. Есть у нас елка. Выбирай, только недолго. Тогда еще нужны мне сапоги. Дольче Габбана подойдут? Здесь, что не попросишь, все дают. Тогда еще мне шубу, платье и духи, колготки, юбку и сережки в тон, помаду, пудру, тени, тушь и сумочку со стразами. Ну, минорка, а бобер. Ничего не понимаю. Очень я переживаю. А что у меня с телефоном? Позвонить я не могу. Телефон новый. И к работе пока он не готовый. Да вы, наверное, не месяцы. Пора в милицию звонить. Красавица, позволь тебе нам объяснить. С Чингизовского рынка переехали, торгуем здесь тебе среди берез. Ни одного клиента у нас не было, нет, был один и тот. Пускай счастливым будет Новый год. И Дед Мороз в большом бауле клечу там хорошие подарки принесет.